Сегодня в Новгородском районном суде начался процесс по делу бывшего полицейского Сергея Мудлы. Он обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом летом минувшего года. Авария, унесшая жизнь 56-летней новгородки, произошла вечером 2 июня прошлого года на Сырковском шоссе. На тот момент еще служивший в полиции в звании майора, но не находящийся при исполнении Сергей Мудла, управляя автомобилем «Хонда», не справился с управлением, и его машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Нивой». В результате чего 56-летняя пассажирка автомобиля «Нива» от полученных повреждений скончалась на месте происшествия, а водитель автомобиля «Нива» и пассажиры транспортных средств получили повреждения различной степени тяжести. Сразу после аварии виновник ДТП пройти тест на содержание в крови алкоголя отказался. Позже экспертиза подтвердила, что за рулем Мудла был нетрезв. После случившегося по результатам служебной проверки обвиняемый был уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. А его непосредственные руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности. В начале следствия бывший полицейский свою вину признал. Не изменил он своей позиции и сегодня. Хочу просить прощения. Конечно, на процессе это невозможно, но содеянным раскаиваюсь полностью. Еще раз прошу прощения со стороны потерпевшего. Отметим, что сразу после ДТП Сергей Мудла был задержан, а чуть позднее суд заключил его под стражу. Однако уже в августе прошлого года сменил меру пресечения на домашний арест. Судебный процесс по этому делу продолжится в Новгородском районном суде. В ближайшее время бывшему полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.